сейчас просто охренеть, это мечта детства, пострелять из томпа очередью и представлять себя там кем угодно, но это самое главное, вот эта эмоция. Поехали. Офигеть, офигеть, просто круто. Отдача при одиночных вообще не чувствуется, но когда начинаешь стрелять, вот именно зажимаешь уже, его ведет вот так вот наверх, потому что я не профессионал. Не, нормальные люди, они, конечно, могут это все дело компенсировать, сделать, стойку отрегулировать, подготовить площадку для стрельбы, этому всему учатся, это нужно настреливаться и так далее, но мы здесь для того, чтобы снять исторический обзор и просто кайфануть, в первую очередь, потому что это в том числе оружие победы, его очень круто ощутить. Круто ощутить штурмак, потому что это навороченная техника с огромным историческим бэкграундом. Здесь же он не меньше, он немножко, ну-ка, грубо говоря, уходит туда вот, в сторону Соединенных Штатов, поэтому его, может быть, было не модно изучать, но все равно очень круто и очень классно. Жалко, что из-за того, что нет достаточного комплекта патронов, нельзя пострелять из СТГ вот так же, потому что они у нас уже кончились, было всего две коробки. Здесь прям кайфанули. Спасибо огромное просто друзьям War Story, благодаря которым можно такие вещи организовывать и вам показывать.